Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Ролиплей, 4-й сервер. У них здесь легенда Путбуль, не забывайте вводить мани при регистрации. Так, также не забывайте вводить промокод специально для моих подписчиков в 10-й пункт, промокод КГейм. Когда вы его активируете, как вы только отыграете 7 часов, вам дадут 50 тысяч. Так. Я покупаю Ле Феррари себе, пацаны. ОНС. Купить. Все, я ее купил, пацаны. Я купил себе Феррари, пацаны. Она в автосалоне стоит 12 миллионов, чтобы вы понимали. Поэтому это очень круто. Все, заводим. Вон мой ГТР, кстати, еще стоит. Феррари просто. У меня теперь Феррари есть. Понимаете, она в автосалоне стоит 12 миллионов. Я ее купил за 5. А Феррари, смотрите, у нее госка 12 миллионов, пацаны. А я купил ее за 5 миллионов. Износ у нее 3. Я не знаю, там много или нет. Так, все, глушим ее. Блин, это очень круто, пацаны. Серьезно, блин, Ламборгини, блин. Я просто обожаю. Ой, Феррари, блин, Феррари. Сейчас он поставит мне эти колеса. Ну, эти тоже неплохие, но я думаю, тебе будут получше колеса. Я, кстати, откуда у меня баб? 5 миллионов, помните, у меня было, я оставил ставку на бизнес. Я оставил ставку на бизнес, короче, и в итоге потом мою ставку перебили, в итоге ставка там вышла 13 миллионов, пацаны. Потом мы пошли в казино с другим ютубером, Фоди, и подняли там денег. И у меня 8 миллионов было, и вот, видите, я купил все за 5. Да, Феррари должна быть красной. Сейчас ее покрасить, короче. Сколько, бля? 320? Она быстрее, чем Феррари? Ой, чем Ламборгини Винтадор? В натуре? Вот эта тачка, понимаете, я на Винтадоре 300 ехал, а эта тачка едет 320, пацаны. Это пиздец. Вот это, я понимаю, покупочка, блин, не зря я ее купил все-таки. Она просто валит. 320 км в час, пацаны, это пиздец. Так, я не хочу даже разбивать, блин. Очень прикольная тачка, конечно. Ну, цвет такой себе, он не сильно яркий, конечно. Но все равно, Феррари должна быть красная, и диски эти ей тоже идут, в принципе, неплохо. Она низкая, пиздец, конечно, просто. Если на нее еще гидравлику поставить, мне кажется, это будет, блядь, она будет черкать, уже на гидравлику поставить. Ну, валит она просто дико. Блин, тормоза даже не хватает. Так, извиняюсь. Пожалуйста, не садите меня, я случайно. Капец, она валит, пацаны. Я думал, ГТР валит. Он 270 ГТР едет. А эта тачка просто, это пушка, блин. Это реально просто пушка. Так, надо припарковать ее возле дома обязательно. Ну, блин, она валит просто дико. Конечно, лежачая это не ее, потому что это пиздец. Видите, она еле проезжает просто. Ну блин, она, конечно, валит. Вот мне нравится, она такая низкая, очень красивая. Если бы она была высокая, она была бы уродливая на самом деле. Они правильно сделали, что нее занизили. Люди все в шоке. Пацаны, я вообще, напишите, лоханулся или нет. Просто я не шарю. Как-то серьезно, очень дешево я за Феррари отдал. Всего лишь-то 5 миллионов, хотя в салоне 112. Это то есть на, получается, на 7 миллионов я купил дешевле, чем салона. И вроде бы как по карпасу она нормальная. Ну вот, госцена 12 миллионов, пробег 800 километров, износ 3. Я не знаю, 3 износа это типа, это плохо или хорошо? Я просто серьезно не знаю, пацаны, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите играть на 4-й серию вместе со мной. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.